Порывы сетей водоснабжения – дело хоть и неприятное, но вполне обычное для летнего периода. Ведь именно сейчас, пока не настали холода, проводятся испытания для всех систем, в первую очередь отвечающих за обеспечение тепла в домах Кандалакшан. Внезапно остаться без горячей воды в такое холодное лето, конечно, неприятно. Однако в этот период неполадки устранить гораздо проще, чтобы уберечь горожан от подобных неприятностей уже морозной зимой. Прессовки прошли у нас на первой и на пятом участке на Ниве. Значит, ну, котельные сейчас остановлены на плановые ремонты. Значит, мы будем стараться максимально сделать за время остановок, чтобы подать. Потому что по Ниве мы сразу порвали головы красиво. Поэтому сейчас устраняем, чтобы уже к подаче горячей воды эти участки отремонтировать. То, что прорыв случился именно на головных участках, так называемых головах, по словам представителя Мурманэнергосбыта, помогло значительно снизить общее возможное количество порывов сетей. А кандалакшанам, оставшимся без горячей воды, остается только немного потерпеть. В краны к ним она должна поступить согласно графикам ресурсоснабжающей организации. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.